Трудно узнать прилично одетой даме с ребенком ту самую скандальную натурщицу, которая позировала Эдуару Мане для Олимпии. Завтрака на траве. Разве что прямой вызывающий взгляд ее выдает. Но это действительно она, Викторина Мюран. Викторина Мюран вернулась неожиданно. 6 лет о ней не было ничего слышно. Никто не знал, куда она исчезла. Говорили, что все эти годы любимая натурщица Мане прожила в Америке. Бросать ей в Париже было нечего, жалеть тоже не о чем. Нищета, мечты об актерской славе, гитара, несколько художников, которые готовы платить за то, что она раздевается в их мастерских. Поэтому Викторина рванула за океан, не раздумывая, за какой-то страстной роковой любовью. А вернувшись, она опять согласилась позировать Мане. Правда, предупредила, что на этот раз у нее совсем другие планы. Позирует по старой дружбе и искренней сердечной привязанности, но уже готовит первые картины в салон. И тоже стала художницей. В железной дороге она наконец прилично одета, да и вообще просто одета. Вместо злополученного черного кота, который вызвал бурю возмущения у критиков и зрителей, Мане возвращает ей на колени мирно спящего щенка. Собака, символ преданности и верности, спала на кровати Тициановской Венеры Урбинской и была безжалостно заменена в Олимпии Мане на выгнувшего спину щипящего черного котенка. Кошка – это возмутительно, воплощение изменчивости, вожделения, ведьмовской натуры и, наконец, порочности. Она стояла у ног обнаженной Олимпии и шипела на зрителя. Картину приняли в салоне в 1874 году, в тот самый год, когда в ателье фотографа Надара состоялась первая выставка импрессионистов. В железной дороге все было пристойно, и ничего не сбивало зрителя с благочестивых мыслей. Но над Мане снова смеялись. Современному зрителю трудно понять, что смешного видел карикатурист или журнальный критик в этой картине. Их выводила из себя абсолютная бессюжетность и нелитературность изображенного. То ли портрет, то ли жанровая сцена, железная дорога. А поездов не видно. Так смотрят на магазинные вывески из проезжающей кареты, а не на женщину с ребенком. Говорили, что картина схематична и перспектива бездарно искажена. Переднее пространство будто кто-то сжал и впечатал в железные прутья ограды. Это последняя картина, для которой Викторина Мюран позировала Мане. Потом ее принимали несколько раз в салоне, а потом перестали. Позже она пристрастилась к выпивке, стала жить с юной натурщицей, играла на гитаре у входа в парижские кафе, продавала рисунки их нетрезвым посетителям. А после смерти Мане написала письмо его вдове, в котором попросила выдать ей процент от продажи картин с ее изображением. Утверждала, что Эдуар обещал с ней поделиться, когда наконец-то прославится и начнет зарабатывать. Неизвестно, как отреагировала мадам Мане на письмо Викторины. Известно только, что в 1898 году железная дорога была продана за 100 тысяч франков американцу Генри Осборну Хевемайеру. Принадлежала его потомкам до 1956 года, и ими же была передана в дар Национальной галереи искусств Вашингтона.